Уже по традиции глава администрации детально ознакомился с положением дел в учебном заведении. Посетил школьные, спортивные и актовые залы, столовую, классы. Пообщался с учениками и преподавателями. Положительный момент, по мнению Игоря Лукашова, организация безопасности детей, оборудование пищеблока. Помимо этого, в школе работает литературная гостиная. Однако, как и всем остальным, 25-й школе также хватает проблем, с которыми градоначальника познакомила директор учебного заведения Раиса Маслюк. Я не думала их озвучивать. Я сегодня пришла их не только озвучить, а показать. Это прежде всего расположение гаражей на территории школы, это недостаточном количестве электричества, которое должно быть у нас, потому что связано с арматурой осветительной. Терпеть беззаконие в администрации не намерены. 30 гаражей, которые существуют, несмотря на отсутствие разрешительных документов, должны быть ликвидированы, считает глава администрации. Этот вопрос Игорь Лукашов намерен контролировать лично. Это вообще недопустимо. Я сегодня же уже дал команду, тем более есть решение о сносе гаражей, снести это здание, освободить территория, может быть, на территории что-то еще для школы, детского сада построить, или для городской инфраструктуры, спортивный комплекс, какие-то еще моменты. Вот этот вопрос, который мы поставим срочно на контроль, будем им заниматься. Посетил Игорь Лукашов и модульный детсад, построенный относительно недавно. Дошкольное учреждение оснащено новым современным оборудованием. Удовлетворило градоначальника и то, как организован воспитательный процесс. Тарас Брезицкий, служба новостей ИТВ.